для занятий вам нужен вот такой классический тренажер. Вес мы берем от 100 грамм до 300 грамм. Достаточно, ну, допустим, 100 грамм или 150, там 200-250. Это уже по силе ваших мышц, по желанию, по чувственности и так далее. Вот здесь очень важная позиция, да? Здесь точно так же, пока Майя может грузик подержать, там, как ей удобно. Вот смотрите, не прогибаемся. Вот вы встали на коленочки, да? Не нужно вот так прогибаться красиво, эротично, да? Немножечко наоборот, спина у вас ровненькая, и когда вы поднимаете грузик, не надо помогать попой, вот так вот часто девушки делают. Результат меньше. У нас именно будет двигаться, повторюсь, также промежность в ходе. Может быть, слегка ягодички сокращаются, чуть-чуть спина. Она делает небольшую амплитуду подъема. Сильно спиной не помогаю. Хорошо. Опускаем шарик. И здесь вам очень удобно посмотреть именно, как шарик будет опускаться на пол. Да, что касается он пола или нет, можно амплитуду увеличивать. Расслабили мышцы. И начинаем также медленно подтягивать анус к спине и ускоряем подъем. Вход дотянуть. Отлично, мягко расслабляем. Начинаем медленно подтягивать промежность. Анус тянем к спине и подтянуть входиком. Немножко входика расслабить и дотянуть. Отлично, расслабляем. Еще два разочка. Медленно. Побыстрее ускоряем, дотянуть. Молодцы, расслабили. И меняем темп с вами, расслабили. Начинаем быстрый подъем, анус и вход. Вверху медленно дотягиваем. Входик закрыть. Отлично, мягко расслабляем. Начинаем быстро и медленно дотянули вход. Мощно сократили вход, активно. И подтянули, расслабили. Еще 2-3 разочка. Быстро, медленно дотянуть. Отлично. Расслабляем, расслабляем. Шарик двигается, двигается вниз, двигается, опускается ниже. Отлично. И еще разочек. Отлично. Опускаем шарик пониже к первому отделу влагалища. Теперь входик тренируем. Отпускаем, опускаем. Сейчас чуть-чуть анус подтянули вверх. Прям чуть-чуть. И в себя. Оп, вход сжали. Все, держим. Чуть-чуть расслабили опять. Плавное движение вверх, в себя вход сжать. Не затягиваем шар, остановились, мягко расслабили. Еще разочек, анус вверх к спине, в себя входик сжать, держим. Чуть-чуть приоткрыли входик и максимально дотянули анус в себя и вход. Отлично, расслабили. Еще разочек, вверх анус, в себя сжать. Немножко входик расслабили и дотягиваем анус в себя и вход, тянем, тянем, тянем. Здесь отлично работает и вход, и немножко подключается стенки влагалища активно. Расслабили. Последний разочек. Вверх, в себя сжать вход, немножко расслабить, и анус себя и входик дотянуть. Отлично, передохнули.